вижу, что подсвечиваются полоски, но мне тяжело понять, как это вообще совместить. У меня получалось три совместить вот здесь, но не вот здесь. Какие-то почтовые, какие-то против. Вы что там, нормальные, нет? Алло. Я не могу, это не для меня загадка. Слишком тяжело вообще-то. Тут прям надо думать, а у меня не получается подумать. Здесь надо так выставить, чтобы одна по часовой поворачивалась, когда другая против, чтобы они потом сошлись. Ага. Сейчас вот я... Вот, нет. Я могу только открывать дверки сундуков и закрывать их обратно. Больше не могу. Да за что мне это, господи? Бонусный уровень, что такой тяжелый? Я что, ради этого кристаллики собирала, чтобы страдать? Ох, но! Мне надо верхнюю двигать, ну. Ну все поломалось, вот все поломалось. Опять все поломано. Ой, блин. Я не хочу просто думалку включать, мне так лень. Я как бы чуть-чуть думаю, чуть-чуть, но не думаю прям, знаете, вот. Я не хочу. Ну а если не думать, я никогда это не решу. Я это понимаю, но я не хочу это принять. Нарандомить здесь, по-моему, очень трудно. Хорошо. Маленькая по часовой поедет. Эти поедут против. Маленькая по... Это против. Не, я не могу. Я не понимаю. Я не понимаю, как мне это надо сделать, чтобы они все поехали, куда мне надо. Потому что насколько тут надо продумать, чтобы оно все куда-то провертелось. Мне надо сесть в стадию принятия, расстроиться и играть. Все, я расслабилась. Сижу. Значит, эти сейчас будут двигаться влево. Они двигаются вправо. А они не всегда двигаются? Подождите. Ой, тяжело. Значит, это двигается влево. Это двигается вправо. Ой, все, я теперь еще больше не понимаю. Ох, но! Мне же надо запомнить, куда какое колесо двигается, а мне трудно. Тот, кто придумал этот уровень, чтоб ты всрался просто. Боже мой. Ладно, я запишу, куда какое двигается, хорошо. Ладно, я запишу. Я запишу. Значит, вот это двигается вот сюда. Маленькое самое говно двигается вот сюда. А тут сейчас просто затошнит меня. Кто из них куда двигается? У меня иллюзия так. Вот это двигается сюда. Это какое? Это вот то. Куда? Вот сюда. И ведь запишет, конечно. А вот это двигается туда. Какой ужас. А, они все двигаются в одну сторону, кроме нижнего, что ли? Или я опять что-то напортачила? Ой, только не говорите мне, что они на разной стадии еще в разные стороны вертятся. Нет, ну не... Ну нет. Нет? Или да? Хорошо, посередине среднее кольцо двигается влево. Но будучи здесь... А, оно тоже влево. Так. А вот и неправда. Ну, вообще-то да. Ну, вообще-то нет. Вы что, разработчики совсем что ли там говна хлебнули? То есть вот здесь... Вот это и вот это двигаются в одном направлении, но на каком-то из... Да или нет? Я не понимаю. Так, значит. И вот это получается раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Второе получается вот это, оно сюда. Что вы меня обманывали? Оно сюда, а не туда. Взяли, обманули стримеры. Хорошо. А теперь туда. У, сука. Да смотри. Видишь? Смотри на вот это вот. Сейчас. Вот это. Или нет? Второе с конца. Вот это. Оно едет в эту сторону. Видишь? Оставишь сюда. Блять, не сюда. А куда? Или нет? Мне уже плохо. Помогите. Ох, ну. Вот, давайте за этим следить, хорошо.
крайнем положении вот это... Да у меня все троится в глазах, я даже не понимаю. Вот это двигается против часовой. Это получается второе с конца. Вот здесь второе с конца тоже двигается против часовой. Хорошо. Здесь мы точно поняли. Это радует. Какой еще? Значит, вот это двигается куда? Туда. Правильно. Да, у меня так и записано. Самое крайнее двигается сюда. Правильно. Маленькое двигается туда. И чё, это мне должно помочь? Я даже в своих стрелочках ни хрена не понимаю. Ладно, сейчас решим. Сейчас как решу. Надо только стереть лишние стрелочки, которые я там напортачила. Сейчас, сейчас. Ту-ту-ту-ту. Ну-ну. Допустим. Хорошо. Поехали. Только как-то это надо теперь понять. Допустим, это двигается туда. Хорошо. Вот это значит, мне надо повернуть... Оно где? Оно тут. Мне надо его повернуть туда. На одну. Не знаю почему. Вот это, значит, куда двигается. Это какое, блядь? Надо вот так поставить. О, так понятнее сразу стало. Типа, у меня было вот так нарисовано, его так перевернуло. И так понятнее сразу стало, я вам серьезно. Хорошо, допустим. Ладно. Это смотря с какой стороны смотреть. Вот когда смотришь на нижнее, надо перевернуть вот так. А когда смотришь на верхнее, маленькое, надо... Ну, в общем, да. Значит, вот это вот, это какое? Это вот это. Оно двигается налево, хорошо. Потом, вот, значит, вот то, это вот это, оно двигается направо. Оно сейчас сюда поедет. И вместе с ним поедут все. И крыша, походу, у нас у всех вместе взятых. Я уже поехал. Так, опа, два совместились. Ну все, у тебя сейчас вот это раз, и все как совместятся сразу, смотрите. Да я вам серьезно говорю. Стоило просто написать и так же непонимающе клацать. Великолепно. Хорошо, хорошо.